Привет, друзья и гости моего канала. У нас сегодня картошечка отварная. Просто отварила лучок и курочка, грудка. У меня еще когда, друзья, еще когда я купила курицу, она мне до сих пор лежит. Вот так вот экономно кушаем. Вот так. Эта курица у меня, друзья, с пенсии купила. До сих пор она у меня. Честно вам говорю. Не жируем, не с чего. Конечно, хочется, поэтому я редко, друзья, выхожу. Когда ты вдвоем живешь, две пенсии, конечно, можно позволять то сделать перед камерой. Тоже хочется, конечно, но туговато. Очень туговато руками. Курочку едят руками. Как и рыбу также руками едят. Кто-то каждый день ест мясо, колбасы, сыры. А у меня этого нету. У меня холодильник пустой. Вот так. Так что фигурка соблюдается, друзья. Вот так. Сегодня у нас тепло. Также все капает, тает. Ой. Такой праздник у меня сегодня, кусочек мяса, боже мой. Честно, не вру, говорю вам, как есть правду. И многие так живут, друзья. Многие так живут. Все хорошо. Все хорошо, все отлично. Сейчас сидит кто-нибудь, скажет, на джип себе копит деньги. Да. На джип. Лучочек у меня зелененький. Один лоточек я уже съела. Помыла его. Надо будет еще новый лоточек поставить. Свеженький лучок. Вкусненько. Праздник у меня сегодня. Вот сегодня Татьянин день. Вот видите как?
Все лежало, лежало. Думаю, да что она лежит, грудка? Думаю, надо сварить, съесть. Вот я ее грудочку, друзья, напополам разорвала. Один вареный кусочек оставила. Еще на раз. И половиночку кусочек положила себе покушать. Наверное, тихо будет меня слышно. Тихо говорю. Ну вот ты посмотри, а. Села кушать, коту приспичило на улицу, а. Вот все время так, как сажусь, мяу. То в окно, то в дверь. Ну это караул какой-то, а. Барсик, жди, дружочек. Как вы видите, у меня хлеба нету. Нету. У меня вообще нету хлеба. Перчик вкусный. Видите, какой казачий. Красный-красный, прям кровяной. Ну, сегодня у нас пасмурно. Вчера я снимала влог. Татьянин влог. Солнечный был день, яркий такой. Он и сегодня такой же день. Просто солнца нету. Лучок. Как я себе палец рубанула, друзья, сильно. Видали? Так я подскользнулась. А почему я рубанулась? Я не знаю, остро прям, да глубоко кровище шпарило вообще. Вот Ирина и Костян, она говорит, ой, что у меня так получается в бок? Я тоже, вот видите, когда на себя смотрю, то у меня тоже получается, что я в бок смотрю. Ириш, видишь? Вот я смотрю на себя, а сейчас я смотрю в камеру. Теперь на вас. Вот точно так же, может быть, и у тебя в камеру глазочки. А, ну, может быть, у нее камера такая. У меня-то телефон. А мы смотрим на себя, любуемся собой. Вот что ты мне, скажи, затронула, а? Куда я смотрю? Какое твое дело, скажи, куда я смотрю? Я человек, друзья, позитивный. Зла у меня нет на сердце.
Зла и так в мире хватает. Так, лучочек вареный, я его люблю. Вкусный. Вкусный, да. Сейчас у нас часа 3, наверное, дня по времени. Ну, может, 3:30. А если делать что-то... Думаю, надо сварить картошечки. Голодовать я устала. Ну ничего, дождемся, дождемся. Говорят же, что... Вот я захожу в школу блогеров, и она там рассказывает, что не скоро у вас получится копеечка на Ютубе. Вот она и говорит, 5 лет готовы ждать? Через 5 лет у вас что-то будет. Более-менее будете зарабатывать. Так что вот так. Поясочком подтянемся. Вот как я. Одна есть в Африке, одна. Ниоткуда. Нету денег. Получишь эту пенсию. И что хочешь с ней, то и делай. За свет, за газ. А еще целый месяц надо жить. Ой. Летом как-то, конечно, повеселее немножечко. Но не сильно, чуть-чуть. Потому что яички начинает курочка нестись. Что-то там подсоберу яичек, пойду продам. Что-то там к мукбанку куплю. А по ту сторону экрана, которые смотрят, скажут, глянь, жрут, сидят. Да, 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 то, а то у меня закрома там денег, чемоданы стоят. Вот многие же смотрят, да, мукбанки? Тоже такие же бедные люди. С копейки на копейку перебиваются. Хождля жрет, сидит. Сама такая же. А что скрывать, друзья, что скрывать? Я человек открытый. Я не люблю юлить и приукрашивать. Так, как оно есть, я сказала. Жди. Мяу. Хотя лоточек стоит. Опять на себя смотрю. Стоит лоточек. Вон он. Не отпусти его на улицу. Ну все, друзья. Грудка, она такая суховата немножко. Спасибо, что побыли со мной. Вытерпели меня. Грустную. Ноет, скажи, сидит. Пока. Не обессудьте.